В Иркутской области число зараженных COVID-19 выросло почти на 60%. За прошедшую неделю на территории Приангарья зарегистрировано 95 новых случаев. Всего с начала пандемии среди жителей региона подтверждено 374 461 случай. Выздоровело 370 019 человек. Специалисты продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в аэропорту Иркутска сотрудники управления осуществляют круглосуточный санитарно-карантинный контроль за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов, в том числе проведение дистанционной термометрии. Также Роспотребнадзор напоминает о соблюдении правил личной гигиены.